В рамках «Недели добра» активисты Ленинского районного комитета БРСМ трудились и наводили порядок на дворовой территории ветерана труда Софьи Николаевны Демьянюк. Женщине 84 года, но, несмотря на почтенный возраст, она сама активно помогала молодежи. Я все полола и сажала. У меня был такой красивый подесадник, что люди первые мы. Первым это на первой квартире было и у меня. Потом начали все. И вы знаете, все шли, и такие георгинки разноцветные, останавливались и смотрели. Так было красиво. В наших дворах благоустраиваем территории, клумбы, садим цветы. Вот там видно, здесь вот живет Софья Николаевна, она очень любила цветы, и сейчас ей трудно, она больна, инвалид. И вот члены БРСМ пришли на помощь. Огромное им спасибо. Ребята перекопали участок, убрали появившуюся на нем траву, посадили новые цветы. Благотворительные акции объединяют все больше людей. В Ленинском районе Бреста в «Неделе добра» приняло участие порядка 30 волонтеров. Здесь нет такого, что это неделя, это так она просто называется неделя, но мы работаем, именно наши волонтеры работают круглогодично. Зимой, летом, осенью, весной. Они всегда помогают нашим ветеранам, которые реально нуждаются. Мы помогаем тем людям, которые нуждаются. Эта категория – это ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, одиноко проживающие, инвалиды. Вот. Если они не могут сами это сделать, наши волонтеры, конечно, в этом поспособствуют, помогут. На данный момент приятно нам слышать наших волонтеров, то, что они сами предлагают помощь и спрашивают, может быть, кому-то прийти на помощь и помочь. Молодежь – это не всегда люди, которые думают только о себе, так что мы всегда рады помочь, есть добрая молодежь. Вообще, целая неделя в стране, в том числе и в Бресте, была посвящена добрым делам. Но молодежь говорит, благотворительность продолжается, волонтеры всегда придут на помощь ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам и просто тем, кто в этом особенно нуждается.